Вот они. Стоять! Разрешение-то есть? Показывай. Показывай. Где? Нельзя! Ну, позвони. Это же 19-го года у тебя, да? А тут 20-го года. Это, ты где, далеко? А зачем мне? Мне надо видеть человека, с кем я общаюсь. Я здесь подожду. Во сколько подойти? Во сколько подойти? Во сколько подойти-то? Да зачем мне это надо? Во сколько подойти? Буду через час. Здесь, да? Да.
Ко мне, ко мне! Сейчас находимся на том самом месте, где валялись бревна, походу, и стояло две машины. Походу, незаконно срубленные. Да, незаконно срубленные, уже 100%. Вот, и видите, как они по шустряку раз-раз-раз-раз. Бардак оставили. И уехали. Сейчас мы попробуем пройти еще дальше там по дороге. Вот, глянем, что там. Пойдем к ней. А пока вот, вот так это все выглядит. Очень удручающе. Вот так вот выглядит то, что они наспиливали. Вот там вот пень отдельно выпилен толстого дерева. Вот там вот, вот пенек. Вот там вот пенек. То есть они выборочно. Вон пенек. Вон. Чтобы не видно было. Да, чтобы не было видно. Вот, вот. И вот, вот там вот полянку выпилили. Нужно разворачивать. Ну да, чтобы заехать и выехать. Все. И все остальное они выборочно, чтобы сверху не могли просечь, что здесь что-то выпилили. Ну, вот так вот выглядит кража леса. Ну, чтобы вы понимали, каких размеров пенечки они пилили. Сейчас покажу вам. Вот рядом с ботиночком. Ну, это так. Видимо, проехать надо было. Вот. Пожалуйста. И весь вот этот хлам, весь вот этот мусор. Они все здесь оставили. Все побросали. И вот то, что вот гнилое, это им нахрен не нужно. Они бросили. А еще там где-то целое дерево валяется. Походу, я их шуганул, они даже не успели его забрать. Так оно и осталось целое, спиленное валяться. Я попробую показать вам. О, слон пробежал. О! Какие пенечки. Вот пенечек. Тоже нехиленький. Да. Вон оно, это дерево. Я еще когда зашел, оно валялось. И потом я их начал снимать, а они уже его бросили. Вот такого размера. Они валили лес. И вот рядом молодая елка валяется, потому что она мешалась. А, вот они даже начали распиливать. Метки, метки. И походу не допилили. Во как. Вот тоже пилили. Да-да. Кабан. Кабан? Ага. И вот, кстати, дорога. Она после них образовалась. Здесь не было дороги. Нет, ну какая здесь?
И слез был. Вот. И просто они равняли все. Вот, ладно, выключаюсь.